Мы пришли в Квик, и сейчас мы посмотрим, какие у нас там достались сюрпризики. Что тебе попало, Жасмин? Покажи. Стаканчик. Стаканчик красивый. Давай откроем, посмотрим. А тебе давай посмотрим, где твой сюрпризик, Алис. Ну-ка. Playmobil. Посмотри, какая прелесть. Давай откроем Playmobil. Давай-ка. Тут такой стаканчик. Вот такой красивый стаканчик. Тоже Playmobil, да? Смотри. Смотри-ка. Опа. Ух ты, дай покажу куколку, посмотри. Куколка вот такая Playmobilская. А это что? Вот это что? Ой, упал кусочек. Ну-ка, вот это что, Жюстин? Вот это юбка, слушайте. Это юбка. Это юбка такая? Угу. Ого. А это ее всякие... Кстати, книжка. Аксессуары, книжка, да. Давайте-ка ее юбку наденем. Курочка. Смотри, какая красивая принцесса в юбке. Ты голодная, моя зайка, да? Голодная? Кушай. Вот такая девочка в юбке. У нее ножки там. А где аксессуары? Где мешочек с аксессуарами? Давай посмотрим, что у нее есть там еще. Смотри, Алиса, у нее здесь есть... Хорошо. У нее есть корзиночка какая-то вот такая. Ой, даже корзиночку надо собирать. Смотри-ка. Корзиночка. Вот такая. А это что? Это на голову, ты думаешь? Ну-ка, покажи-ка, что это за колечко такое? А, да, вообще-то это, смотри, наверное, ей на прическу вот сюда, да? Или куда? Вот эта штука надевается. Да, смотри, вот такой бантик у нее, или что это? Такая заколка красивая. Видишь, получилось? Вот. А цветочки куда? Кто знает, куда цветочки мы вставляем? Вот эти вот маленькие все. Я не знаю. Это что-то украшать надо. Нет, это просто положить. А это просто положить, ты думаешь? Нет, смотри, Алиса, это вот такой большой цветок собирается. Смотри, нужно надевать на этот цветок вот это все. Алиса, смотри, вот так вот надеваются. Ну-ка попробуй сама надень маленький. Вот смотри, нужно надеть его вот на такие вот штучки, да, которые торчат. Получается у тебя? Молодец, еще два осталось. Смотри, на маленькие, видишь, маленькие тоже торчат веточки. На маленькие вот на эти. Сможешь надеть сама? Нет. Нет, помочь тебе? На маленький. Дай-ка мне цветочек, я сделаю хорошо. Вот, и остался один. Вот ей корзиночку можно дать в руки. Смотри, вот мы ее собрали наконец-то. Смотри, Лиз, какая красота. Смотри, у нее в одной руке корзинка, а в другой цветочки. Вот такая красивая принцесса у нас. С корзиночкой, с цветочком. Вот так. Держи. Ну все, кушаем. Алис кушает уже. Ну хорошо, бон аппетит, девочки. Приятного аппетита. Спасибо. На здоровье. Ням-ням-ням. Это какое у вас, ванильное? Угу. Вкусно? Дай-ка. Ты растеряешь сейчас все штуки? Я солись. Привет! Где она? На канале Планет Алис. А где Алиса? Она под стой. Алис, ты чего там лазишь, Жэ? Ты нашла корзиночку? Хорошо, вылазь, вылазь из-под стола, сейчас сделаем. Привет, Алис! Тебе как? Привет, тебе как зовут? Алис. Алис? Ты хочешь поиграть, пойти вот туда? Ты хочешь на горке? На горке пойдешь? Да.
Хорошо.